Здравствуйте, мои хорошие! Больше не нужно тратиться на дорогостоящие процедуры для омолаживания кожи. Когда ты испробуешь эту маску, использование остальных средств от морщин потеряет для тебя смысл. Эта маска устраняет не только мимические морщинки, но и уменьшает глубокие на лице и шее. Также твоя кожа станет мягкой и гладкой, практически как у младенца. Маска от морщин в домашних условиях. Ингредиенты. 1 столовая ложка картофельного крахмала. 1/2 стакана прохладной воды. 1/2 литра кипятка. 5 столовых ложек свежевыжатого морковного сока. 1 столовая ложка жирной сметаны. Приготовление. Возьми эмалированную миску, налей в нее прохладную воду и высыпь картофельный крахмал. Хорошо размешай. Дальше добавь кипяток и поставь на плиту. Вари на среднем огне, постоянно помешивая, пока не начнет загустевать. Сними миску с огня, добавь морковный сок и сметану. Хорошо перемешай. Наноси маску тонким слоем на лицо и шею на 25-30 минут. Смой морковно-сметанную смесь прохладной водой и нанеси дневной крем. Храни маску в холодильнике можно не более 3 суток. Наноси ее каждый день в течение 6 дней, а затем через неделю повтори курс. Эта маска очень хорошо омолаживает, а также делает кожу нежной и бархатистой. Поделись с друзьями рецептом этой омолаживающей маски. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!